Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как сделать так, чтобы после того, как вы делаете фотографию какую-то на планшет Lenovo Tab P11, он запоминал точную геолокацию, где был сделан снимок. Чтобы это сделать, мы заходим в камеру на этом планшете. После чего, давайте вот так сделаем. После чего нажимаем на три точки вот в этой части экрана и переходим в настройки. На шестеренку нажимаем. Дальше пролистываем вниз и находим пункт, который называется «Записывать геоданные», и ставим галочку возле него. Дальше мы разрешаем приложение камеру использовать геолокацию. После чего мы обязательно проверяем вот таким вот образом. Ой, оно сейчас вот с этой стороны. Проверяем обязательно, чтобы у нас был включен пункт геолокация, который выглядит вот так вот, следующим образом. Мы обязательно проверяем, чтобы он светился синим цветом. После чего мы можем делать фотографию. После того, как мы сделали фотографию на наш планшет, нажав на кнопку «И», у нас есть точные координаты места, где был сделан снимок вот этот вот. Мы можем нажать, например, на снимок и открыть его в Google картах. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!